Здравствуйте, это программа «Город С» и я Елена Чернявская. В Самаре завершился открытый городской конкурс профессионального мастерства среди педагогов сферы культуры «Призвание». В воскресенье 29 января участники выступили в стенах музыкальной школы имени Глинки. Теперь победители примут участие в концерте, который пройдет в Самаре в апреле 2023 года. Ну а сегодня в нашей программе мы поговорим об итогах 8-го открытого городского конкурса профессионального мастерства среди педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры «Призвание 2023». Я представляю гостей в студии: Светлана Юрьевна Макеева, консультант отдела художественного образования, социокультурного проектирования Департамента культуры и молодежной политики администрации городского округа Самара, и Ольга Вениаминовна Хвостова, директор музыкальной школы имени Михаила Ивановича Глинки, организатор конкурса. Здравствуйте, уважаемые гости. Здравствуйте. Ну что же, я поздравляю вас. Конкурс состоялся. Ну и первый, наверное, у меня вопрос к вам, Светлана Юрьевна. Как известно, 2023 год объявлен президентом года педагога и наставника. И я знаю, что в связи с этим в городе запланировано очень много мероприятий. Я прошу рассказать вас о них. Добрый день, уважаемые зрители. Да, 2023 год – год особенный для сферы образования и сферы дополнительного образования, в том числе указом президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Этот год объявлен годом педагога и наставника. И это, конечно, год знаковый. Год, когда особое внимание уделяется этой профессии, профессии важнейшей, конечно, в нашей с вами жизни, профессии учителя и профессии педагога, преподавателя. И Департамент культуры и молодежной политики сформировал план мероприятий совершенно различной направленности, которые, вот, собственно, будут проходить в этот 2023 год. Мероприятия планируется проводить по направлениям концертной, творческой деятельности, то есть это концертные мероприятия. Также пройдут мероприятия конкурсные. Вот, собственно, конкурс, который и обозначен, он и является таким началом конкурсных мероприятий, которые предназначены для выявления, собственно, самых ярких и юных, и уже состоявшихся преподавателей в нашей сфере, в сфере культуры, в сфере искусства. Также планируется проведение мероприятий, собственно, для выявления поддержки детей одаренных, для их профессионального ориентирования в дальнейшем, чтобы, конечно, они выбирали профессию также учителя, преподавателя и продолжали вот этот вот путь наставничества, преемственности и в области преподавания также. То есть год обещает быть насыщенным, интересным на культурные мероприятия в общем и целом. Ну что же, Ольга Вениаминовна, как уже было сказано, первый конкурс, конкурс «Призвание». Я прошу рассказать вас несколько слов, наверное, об истории его создания. Если вспомнить, вот с чего начиналось, кто был идейным организатором, что ли, вдохновителем этого конкурса, расскажите, пожалуйста. Вы сказали, что это 8-й открытый конкурс, он действительно 8-й. И в 2015 году мы совместно с руководством администрации Департамента культуры и молодежной политики вот определили, что, что нужен такой конкурс городского уровня для того, чтобы привлекать к участию специалистов школ искусств, детских музыкальных школ, художественных школ городского округа Самара. И самый первый конкурс был более широким. Там участвовали и библиотеки, и театральные деятели. То есть он по нескольким направлениям был. И состоялось в Доме культуры «Заря» такое очень торжественное, яркое мероприятие с вручением наград и, в общем-то, рассказами, презентациями лучших творческих работ. Должна сказать, что этот конкурс развивается, и поэтому он живой. Каждый год что-то получалось
внести в него что-то новое, такое инновационное, чтобы привлекать к нему все больше и большее число участников. Было так, что в связи с большим количеством желающих мы решили, что конкурс должен быть открытым. И тогда в нем приняли участие и школы искусств области Самарской, и отрасль образования. Собственно, для них и сейчас, так сказать, наш конкурс вполне доступен и открыт. Потом появилась такая мысль в связи с проведениями значимых дат государства или там юбилейных дат нашей губернии, города, посвящать конкурс, вот делать его как бы тематическим. Ну, например, 170 лет Самарской губернии. Ну, внесено было в положение о конкурсе изменение, что из двух, скажем, музыкальных произведений одно должно быть композитора Самарского региона. Ну, а для художников задание, чтобы это были какие-то пейзажи или виды, значит, вот нашей губернии, города. Ну, по тематике заданы да, конкурсы, по тематике. Да? Конечно, это 70-летие победы в Великой Отечественной войне. Mm-hmm. Там mm-hmm. тоже это понятно, какая должна быть тематика. И я считаю, что большой такой... Значимым стало то, что к нам присоединились регионы. Это уже в этом году? Нет, это было 2 года назад. Угу. Существует такое содружество школ искусств России имени Михаила Ивановича Глинки. И когда мои коллеги вот в 10 городах России узнали о том, что у нас такой конкурс проходит, они изъявили очень активное желание принимать участие. Поэтому 2 года конкурс в связи с пандемией проходил дистанционно, mm-hmm. он не прекращал своей работы. Вот мы приняли большое количество заявок от педагогов Санкт-Петербурга, школы искусств, Екатеринбурга, Калининграда, Смоленска. Это было очень приятно. И такие теплые отзывы коллеги прислали. Причем, казалось бы, ну, вполне для нас это уже стало естественным проведение такого конкурса. А вот смоляне написали, что благодарим за идею, непременно обратимся к администрации нашего города о том, чтобы перенять такой положительный опыт mm-hmm. работы, что это необыкновенно активизирует педагогов, это объединяет отрасль и пропагандирует, конечно, наше значимое дело воспитания детей. Ну вот как раз в продолжении вашего ответа, Светлана Юрьевна, ведь конкурс проходит в детской музыкальной школы имени Глинки, но вот все-таки как вы считаете, для чего в масштабном смысле организован этот конкурс? Вот ваше мнение. Ну, вы знаете, конечно, во-первых, хочется сказать, что детская музыкальная школа имени Глинки – это такая площадка, очень значимая для педагогов вот наших школ музыкальных города. Очень многие конкурсы высочайшего уровня и такие очень знаковые конкурсы проходят именно на этой сцене. И вот этот конкурс профессионального мастерства, во-первых, хочется все-таки сказать о том, что вот онлайн-формат, который в связи с ограничительными мерами у нас конкурс приобрел в 2021 году и 2022 году, он неожиданно вот дал такое масштабное расширение конкурса и возможность поучаствовать, собственно, всей стране. Он стал практически всероссийским. Новый опыт приобретен, верно? Новый опыт и новые знания и ну, собственно, демонстрация нашего опыта, нашего творчества, искусства, наших преподавателей на вот таком вот
широчайшем уровне. Совершенно, да. И да. Вот в дальнейшем, вот в продолжении своей мысли хочется сказать, что наши педагоги, наши преподаватели, это такая очень многофункциональная единица, которая не просто учитель и передает свои знания из рук в руки, это очень часто высочайшего класса исполнители, которые представляют, собственно, город, область и вообще музыкальное сообщество, собственно, всей страны. То есть вы хотите сказать, что они не просто преподают, а совершенствуются, конечно, в процессе преподавания самостоятельно и выдают такие колоссальные результаты. Да, помимо того, что они педагоги, они еще и артисты. Да, они выступают в коллективах, они выступают сольно, их знают город, их знает общественность, очень ценят. Это высочайшего класса исполнители и мастера. А что, и для этого в том числе нужны такие конкурсы, правда? А что нужно для исполнителя? Правда? Им нужно играть, конечно, им нужна сцена, им нужен зритель. И, конечно, оценка их мастерства, ну, собственно, да, коим конкурс и является. А, Ольга Вениаминовна, ну, как в этом году прошел конкурс, вот вы как организатор, какую бы оценку дали, что для себя, может быть, увидели, услышали нового, необычного, может быть, волнующего, интересного? Ну, должна сказать, что конкурс состоялся, и состоялся на высоком профессиональном уровне. Да. Я слышала, что конкурс, вот это как бы новое, что можно отметить, он очень помолодел своими участниками. И мы видим, какая смена идет, педагогическая смена. Это молодые специалисты, которые очень ставят очень значимы вот свои исполнительские возможности. Причем вот я знаю по своим педагогам, они делают записи, рассылают это там в консерватории, на всевозможные конкурсы, на курсы повышения квалификации. И очень важно себя, ну, вот, продвигать. Как-то оценку реализовывать. Вот, наверное, реализовывать. Да. То есть они появившимися вот такими онлайн-возможностями, они как бы раздвигают стены школы своего учреждения, хотя понимают, что и любят свою работу с детьми, но тем не менее вот им очень важно самоутвердиться еще и исполнительски. И да, я слушала и просто восхищалась. Некоторые были необычайно талантливые, в общем, педагоги, которые вполне могут быть такими профессиональными музыкантами-исполнителями. Ну и конкурентоспособными, разумеется. И вот, с коллегами, может быть, даже возможно. Да, и знаете, вот это привлечение регионов, то есть мы не только даем возможность как бы самим показать музыкальную культуру города Самары, но мы еще слушаем, а как, что показывает, например, Санкт-Петербург, потому что вот в частности школа искусств имени Глинки Санкт-Петербурга – это ведущая школа города, и там очень крепкие такие профессионалы работают, и мощные творческие коллективы, поэтому это тоже определенный и очень положительный, и очень востребованный опыт. Спасибо большое. Ну что же, а показать свое мастерство, пообщаться с коллегами и оценить таланты соперников. Вот в Самаре прошел городской конкурс профессионального мастерства «Призвание» среди учителей музыкальных и художественных школ. Это особенно важно в год педагога и наставника. А вот в каких номинациях участники боролись за победу и когда станут известны имена финалистов в нашем следующем сюжете? Мы сейчас его посмотрим. Ну а я говорю вам спасибо за участие, и мы продолжим программу далее. Thank you.
Участник сводного ансамбля преподавателей музыкальной школы имени Глинки Владимир Логинов говорит, играет в коллективе около 20 лет. Сам здесь учился и каждый год вместе с коллективом принимает участие в городском конкурсе профессионального мастерства среди педагогов учреждений дополнительного образования «Призвание». На конкурсе коллектив представил два музыкальных произведения. Увертюру к опере Михаила Глинки «Руслан и Людмила». Весь конкурс проходит в стенах одной из старейших музыкальных школ Самары, которая носит имя великого композитора. А также произведение аргентинца Астера Пьеццо, известного тем, что он обогатил жанр танго, создав новое направление музыки танго-нуэво. Для меня самое главное не участие в конкурсе. Для меня самое главное оказаться в кругу профессиональных музыкантов, профессиональных педагогов. Но дело в том, что любой музыкант, он музыкант только до тех пор, пока он находится на сцене. И конкурс для нас – это в первую очередь сцена, на которой нам надо находиться, чтобы оставаться музыкантами. Конкурс «Призвание» открывает в этом году ряд мероприятий, посвященных Году педагога и наставника, объявленного в России президентом Владимиром Путиным. Номинации 3 – исполнительское мастерство музыкантов, художников и научно-методическая и проектная деятельность. Очень важный конкурс, потому что наши педагоги, а у нас их порядка 1000 человек, только в школах искусств работают, хотят и могут проявить свои таланты, показать, какие они одаренные люди, какие они профессионалы своего дела. Очень важно это сделать, наверное, именно в этот год. В этом году за победу борются 156 педагогических работников из 22 школ искусств. Конкурс проходит 8-й год, но во время пандемии проводился онлайн. И в этом году участники впервые за 2 года снова встретились на одной сцене. Кроме того, конкурс у нас стал открытым, поэтому в нем принимают участие и наши коллеги из отрасли образования. И вот уже 3-й год к нам присоединяются также преподаватели из городов Смоленск, Ленинград, Санкт-Петербург. Вот в этом году Санкт-Петербург и Смоленск. Оценить художественные работы и услышать исполнение музыкальных произведений в этот день могли только члены жюри. В апреле победители конкурса выступят перед зрителями на большой сцене. Там же пройдет торжественное награждение. Ну, а мы продолжаем нашу программу. Я представляю следующих гостей в студии. Мария Чагадаева, член жюри конкурса, кандидат педагогических наук, председатель предметно-цикловой комиссии фортепиано Самарского музыкального училища имени Шаталова, и Юрий Салаев, преподаватель баяна, аккордеона высшей категории детской музыкальной школы имени Кабалевского, победитель конкурса «Второе почетное место». Здравствуйте, уважаемые гости. Ну, давайте побеседуем мы с вами. Наверное, первый у меня вопрос, Мария Дмитриевна, к вам. Я хочу спросить вас, каков был уровень участников в этом году и все-таки по каким критериям оценивались конкурсанты? Поделитесь профессиональными секретами, пожалуйста. Ну, уровень конкурса, безусловно, был очень высокий. И вообще в нашей Самарской области очень высокий уровень исполнительского мастерства преподавателей. А конкурсы проводятся у нас ежегодно. И многие педагоги являются действительно концертирующими исполнителями, артистами оркестров, филармонии, театра оперы и балета. Это концертмейстеры, иллюстраторы. Вот поэтому уровень, безусловно, высокий. Но география участников и обширна, кстати сказать, в этом году. И вот, как сказала ваша коллега, помолодел уровень участников, да? То есть молодые преподаватели принимают участие. Да, безусловно, и очень приятно видеть, когда студенты нашего музыкального училища заканчивают там консерваторию и после музыкального училища работают в школах. Мы видим на сцене, видим такое логическое продолжение их деятельности. Это всегда очень приятно. Среди участников были представлены, безусловно, и большие коллективы, оркестровые коллективы, ансамблевые, и много было сольных номеров. Представлены различные инструменты, это и фортепиано, скрипка, виолончель и духовые инструменты. В общем, представлен весь комплекс нашего исполнительского блока. Ну, по каким критериям, я сейчас спрошу вас позже. Ну, а сегодня у нас в студии тоже молодой участник конкурса Юрий Анатольевич Салаев. Ну, расскажите, пожалуйста, вы впервые участвовали в конкурсах подобного рода? Ну и вообще, почему, собственно, решили принять в нем участие? Участвовал я не впервые, конечно же, как и у всех многих музыкантов, ну, в большинстве, наверное. Конкурсы начинаются со школьной скамьи, школы, училища, вуз.
И сейчас, ну, как говорится, совершенству нет предела. Век живи, век учись. Хочется всегда повышать свой уровень, ну, лично мне, по разным причинам. Потому что я, во-первых, ну, не только преподаю, я еще и сам выступаю периодически, даю концерты. Артист. Ну, да. Вот. И к тому же это такая, знаете, связь с учеником, потому что, вот, например, был недавно у нас совсем в школе Кабалевского концерт преподавателей. И, ну, играли преподаватели сольно, дуэты, различные составы. И ребята, вот я, по крайней мере, после концерта со своими учениками общаюсь, даже те, кто, ну, скажем так, мягко, не особо хотели как-то заниматься, да, их надо было там как-то подбадривать, уговаривать. То есть мотивация, вы хотите сказать, сейчас очень серьезная, да? Глаза горят, и они, глядя на преподавателей, ну, которые играют, естественно, они тоже сразу начинают заниматься. Вот, например, сегодня мы утром занимались с одним парнем не час, например, а два уже часа. И он прям с удовольствием, там, вплоть до чуть ли в школу не опоздал, общеобразовательную. Вот так вот. Спасибо. Мария Дмитриевна, расскажите, как оцениваются участники? Есть ли ведь наверняка какие-то профессиональные критерии, но ведь не просто же так. Мне понравилось, и вот вам первое место. Нет, конечно, критерии есть, они есть на всех конкурсах. Это, ну, в первую очередь техническая оснащенность. И техника, это включает не только скорость, беглость игры, но и умение владеть звуком. Это все относится к технике исполнения. Это, конечно, важный пункт, это художественное воздействие на слушателя. И здесь как раз важно подчеркнуть значение не онлайн-конкурсов, да, а значение живого, живого проведения конкурса, за что очень хотелось поблагодарить и департамент, и школу имени Глинки, что конкурс провели именно в очном формате. Это требует, конечно, намного больше сил и времени, вот, но, кстати, тем не менее, сказался результаты... перерыв, да, который был 2 года в пандемию? Вы знаете, ну, может быть, было больше волнения у участников, вот, потому что очень важно, и такой же навык, в общем-то, выход на сцену, и также он вырабатывается, этот навык, а тут люди были лишены этого. Ну, вот рада встречи, наверное. Рада встречи, безусловно. Вот. Потом, кроме этого, конечно, эмоциональная, как бы эмоциональная отзывчивость на музыку. То есть все в комплексе. Вот. Но это основные критерии на многих конкурсах. Юрий Анатольевич, расскажите про концепцию вашей программы выступления и все-таки, что вас сподвигло на создание вот именно этой авторской программы выступления. Я всегда выступал за то, чтобы играть в разных жанрах. Сейчас у нас не только классика, да, не только эстрадная музыка. Есть и такой жанр байн-микс, всем известный, да, который организовали Сергей Войтенко, Дмитрий Храмков. Вот. То есть я играю и в таком варианте, и под минус, и живьем. Но в данном случае, даже в данном случае, в академическом исполнении, в живом так называемом, я все равно постарался захватить и классику, и эстрадную музыку. То есть я считаю, что надо уметь в разных, скажем так, профилях работать, потому что, опять же, связано с преподавательской деятельностью, мы учим ребят и такой музыки. Ну, вот примерно по таким критериям был выбор. Второе программы. Место – это все-таки предел мечтаний или есть к чему стремиться? Конечно. Для вас вот эта оценка на этом конкурсе, как вы считаете, достойно или все-таки не оценили по достоинству? Я считаю, как сыграл, так и ценили. Жюри компетентное, поэтому... Вы знаете, я хочу сказать в защиту, что первые места получили у нас коллективы, все-таки ансамблевые и оркестровые коллективы. Ну, то есть было, и это не заслуга, было номинации отдельно, да? Нет, номинации не было отдельных, коллективов. нет. Возможно, стоит ввести номинации, и тогда исполнители это тоже будут оценены. И поэтому, конечно, это заслуга организаторов и руководителей коллективов, что игра была действительно отточенной, интересной, уверенной. Вот, и поэтому совершенно справедливо. Но как же место волнению, которое всегда присуще творческому человеку? Ну, то есть вовремя собраться, сконцентрироваться, это ведь тоже очень дорогого стоит. И это в том числе тоже профессионализм, как безусловно, вы считаете, конечно, да? Конечно. Определенный навык. Да. А вот скажите мне, пожалуйста, вы довольны результатами самарских коллег или все-таки есть еще к чему стремиться, есть над чем работать?
Знаете, я довольна, потому что действительно уровень высокий, мы не можем всем дать первые места, да, первые, вторые места, поэтому есть как бы вот такое распределение. Кто именно в данный момент, вот вчера, да, проходил конкурс, кто как выступил, возможно, завтра это были бы несколько иные результаты. Конечно. Вот, но уровень действительно высокий, и хотелось поблагодарить всех участников и поздравить лауреатов, конечно. Вот с достойным выступлением на конкурсе. Ну, а впереди еще один этап в апреле. Уже будет, как это называется, гала-концерт, да, среди победителей. Наверняка тоже, да, будете там принимать участие. Это будет повтор программы, либо будете готовиться. Вот расскажите об этом промежутке между конкурсом. Все равно же еще в этом году предстоят конкурсы. То есть готовитесь, не отдыхаете, совершенствуетесь. Ну, конечно, сейчас такое время, послепандемийное, да, хочется максимально часто выступать, максимально часто показывать. И, как бы, опять же, чтобы люди смотрели, опять же, я как с преподавательской точки зрения, чтобы наши ребята на нас смотрели. По поводу, будет ли это новая программа, пока вопрос, потому что бывает так, что, ну, в принципе, вот у меня сейчас новая программа. Поэтому мне еще ее обкатывать и обкатывать по-хорошему, потому что вот так вот, ну, нельзя сразу взять и сыграть все идеально. Вот, поэтому до апреля доживем, и будет понятно. Скажите, а вот все-таки кому в первую очередь рекомендовано принимать участие в таких конкурсах? Более опытным преподавателям, все-таки молодым? Ну, не нужно, как говорится, стесняться, что ли, а все-таки пробовать, пробовать свои силы, конечно, свои навыки. Ведь все-таки конкурсы дают определенный опыт, как вы считаете? Безусловно, да, стесняться не стоит, это точно абсолютно, и принимать участие надо всем молодым, чтобы совершенствовать свои умения, навыки, вот, а более опытным коллегам, чтобы поддерживать свои навыки, вот, потому что когда мы очень долго находимся в индивидуальном классе, вот, и отвыкаем выходить на сцену, вот, это тоже сказывается, безусловно, и на преподавании, и на том, что мы можем показать ученику. Да, не сдавать позиции. Да. Молодежь. Ну что же, наше время подошло к концу. Спасибо вам большое. Я все-таки хочу предоставить вам заключительное слово. Вот по итогам конкурса, что бы вы хотели пожелать, конечно, своим коллегам и на будущее, что вот лично вы от них ждете? Но хочется пожелать, безусловно, творческих успехов. Это мы желаем всегда. Пожелать удачи, что немаловажно. Вот. А ждем мы от них дальнейших успехов, труда, потому что наш вид деятельности – это очень большой труд, в первую очередь. Это в первую очередь кропотливый, ежедневный труд. Да. Вы согласны? Что Абсолютно. Бы хотели пожелать? Я от лица всех участников хочу выразить слова огромной благодарности организаторам, именно Хвостовой Ольге Вениаминовне, за высокую организацию, за то, что всегда все четко, всегда все в рамках регламента. Спасибо вам огромное. Мы довольны. Ну, а вам спасибо за интересную беседу. И спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Город С». Всего хорошего. До свидания. Ну, а педагогам, наставникам, конечно, творчества и удачи. Всего хорошего. До свидания.